Друзья, всем привет! Ну что ж, сегодня 29 февраля 2020 года исполняется ровно 5 лет, как на Большом Москворецком мосту в центре Москвы, прямо возле стен Кремля, был убит Борис Немцов. Вы знаете, вне зависимости от политических взглядов, от партийной принадлежности, от идеологии, господствующей в вашей голове, нужно понимать, что есть такие общечеловеческие ценности, есть такие, знаете, гражданская позиция человеческая, да, которая подразумевает, что нельзя убивать человека выстрелами в спину без решения суда, без следствия, уж тем более видного политика, оппозиционера прямо в центре России, в столице, это недопустимо. Поэтому все, кто сегодня вышли на митинг в память о Борисе Немцове, на самом деле поступили правильно, потому что нужно понимать, что на месте Бориса Немцова может оказаться любой из нас, каждый житель России, каждый гражданин с активной гражданской позицией, который не согласен с тем политическим...